мне чем нравится Платон, да? Чем мне Платон нравится? Я сейчас еду по никакой дороге. Я просто сейчас убрали верхний слой асфальта. На каком автомобиле я еду? Да на обыкновенном автомобиле Hyundai Accent. Кстати, который сделан в России. Вот так вот, да? То есть я еду по никакой дороге, абсолютно все нормально. Ну, я считаю, что это неплохой вариант. Теперь вопрос, где такие машины мы берем? К сожалению, к большому сожалению, с вашей стороны мы их не берем у дилеров. А что вы хотели, да? Нет, у дилеров немножко тугодумство, я считаю. Ну, примерно из той же оперы. То есть, о чем мы говорим? А эти самые дилеры что хотят? А они хотят, чтобы все было задешево. Я говорю, так, ребятки, вот... С квадрокоптером. А, еще и с квадрокоптером, да-да-да. Вот Максим правильно говорит. С квадрокоптером, чтобы за там... За 10 тысяч рублей. Да, еще за 10 тысяч рублей. С квадрокоптером. С квадрокоптером. Они забывают, что вот эта камера, которую Максим держит, она денег стоит. В долларах, естественно. Причем не детских денег, они стоят в долларах. То есть, ну, какие-то странные. Что, допустим, время-то прошло, да? Я ничего против не имею. Я имею против очень много того, что не делается в России. То есть у нас не делаются камеры. У нас не делается... У нас не делается аппаратура. Компьютер и все остальное. Нет, не делается. То есть вы покупаете за доллар, понятное дело, да? Мало того, если честно, давайте все-таки вспомним, с кем вы работаете, да? То есть мы вот два перца таких ядреных, понимаете? Ядреных перца, да? Абсолютно ядреных перца. Так вот, эти два ядреных перца работают над созданием одной передачи, посвященной автомобилям, естественно, 16-й год подряд. Я в прошлом году, простите, чуть-чуть колбасился, я в прошлом году задал вопрос, вот, в смысле, я задал вопрос, куда? В Книгу рекордов Гиннесса. 15 лет в прошлом году дело-то было, я же вам показывал уже. В интернете посмотрите внимательно, да? Шашлык ели. Да, вот шашлык ели, естественно, конечно. То есть у меня любой праздник – это шашлык. Шашлык имени Валерия Юрьевича Гемерверта. Я задал вам вопрос, говорю, так, ребятки, давайте вспомним, кто и вообще, делает такую замечательную передачку. Я вам честно скажу, все говорят Топ Гир. Ну, Топ Гир работал, извините, по 212 небольшим годков. Вот. Все остальные работали, естественно, меньше. Но почему-то, не знаю почему, пока чемпиона мира я не получил. Но мы вместе с Максимом, естественно, вот, продолжаем нашу тему. Изумительно. То есть уже 16-й год, программа «Автостоп» работает. То есть есть другие товарищи, естественно, есть другие товарищи. Все же думают, вау, у Челейкина Алексея столько машин. Они, видать, забывают, да, что Челейкин Алексей, ну, в 95% случаев работает один. То есть я не против платить деньги. Я знаю, что оператор мне должен зарабатывать штуку баксов. Я знаю, что в виде инженера мне должен зарабатывать штуку баксов. Я знаю, что... Автор должен зарабатывать штуку баксов. Я знаю, что человек, который принесет вам деньги, это тоже самая глобальная проблема в нашем-то обществе, тоже должен зарабатывать штуку баксов. Да-да-да, и водитель у нас тоже должен деньги нормальные зарабатывать. Те же самые штуки баксов. То есть, если мы будем говорить о бюджете нашей передачки, бюджет одной передачки, это минимум 10 тысяч долларов. Да, господа, а как вы хотите? Это минимальный бюджет, потому что надо еще за эфир же откинуть. Извините, подвиньтесь, я сейчас еле-еле штуку баксов общее количество пытаюсь заработать. И то не получается. То есть есть определенный фрагмент, называется взаимозачет. Он, в принципе, более-менее дышит, хотя не Паша и непонятно, что он делает. То есть, ребятки, да нет у нас денег таких, естественно, нет. Ну, что там думать, мы такие же люди обыкновенные, как и вы там. Ну, вы деньги с трудом зарабатываете, мы их с не меньшим трудом зарабатываем. Вот и все. Но вернувшись на круги своя, то есть пока машина стоит, просто объясню ситуацию. На какой машине имеем? Hyundai Accent, да? Абсолютно нормальный автомобиль для вас, естественно. Вы куда хотите ехать? Да в любое место.
пожалуйста, механочка. Это называется... Весла. Весла, да. Ну, или мясорубка. Максим говорит весла, я говорю мясорубка. В общем-то, понятно, да? Мало того, ну, как я вам сказал, что механочка, двигатель полторушечка, да? Вот, кондиционер, естественно, все, что нужно. А то цена вопроса 265 тысяч рублей, давайте заглянем наверх. О! Вот. То есть к тому, что наверху находится, приплюсовываем еще 20-30 тысяч рублей. То есть это аэробокс, весьма не дешевый, если честно. Почему они не стоят дешево, я не понимаю. Ну да ладно. Вот. Естественно, вы сверху можете также поставить этот велосипед, естественно. Почему нет? Вот. То есть, ну и ездить. А вы по-другому. Это все для вашей темы. Вот. В багажник. Ну, полтора литра много бензина не кушает, но все равно. Но все равно. Мне тут недавно сказали, в смысле, я слышал. В смысле, я задаю вам вопрос. То есть мы, конечно, тех денег не платим, да? То есть у нас еще цена литра бензина еще до доллара не доросла. Но возникает дивный вопрос. В общем-то, ни я и ни вы в доллару два раза не воткнули, правильно? То есть я где-то четвертый год сижу на пенсии. Пенсия у меня 12 700 рублей. Вторая группа инвалидности. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть если раньше это еще было 400 долларов, да? То сейчас это 200 долларов. А ценники на все растут. То есть я что-то не понимаю, для чего все это делается, да? То есть давайте все-таки, когда мы не будем говорить, что мы за бензин деньги не в том количестве платим, давайте вернемся к тому, сколько у нас сейчас доллар стал стоить. С какого перепуга он в два раза вверх поднялся, я что-то не понимаю. Ну, что-то я вообще не понимаю. Ну, так вот, в связи с этим ставим в багажнике газ и начинаем ездить. Машина прошла 105 тысяч километров. Машина предлагается вам на центральной городской ярмарке. Кроме всего прочего, давайте обратимся к центральной городской ярмарке. Что в нем хорошо? Ну, количество иномарок нормальных, качественных, ну, в разы больше, чем где-либо, поверьте-то мне. Вот. Можете взять такую машину, можете подешевле, без разницы. То есть, конечно, все чуть-чуть меняется, да? Если раньше была одна, где-то называется, в городе до того момента было всего одно место, где машина продавалась. Левый берег. Сейчас везде и всюду продаются. Но, как вы прекрасно понимаете, все рассосались. Но центральная городская ярмарка, она устояла. Потому что вы приходите, покупаете себе машины, получаете страховку, ездите. Что в этом сложного? Где центральная городская ярмарка? Ну, мечеть, естественно. Ну, в принципе, если вы еще не помните, о чем речь-то шла, я возвращаюсь на круги свои. Это единственное и первое место, где люди реально зарабатывали деньги. После того, как ушли с левобережного рынка, я там тоже работал и кое-что зарабатывал. Так что весь наш бизнес, который начинается, он и на мне в том числе работает. Так что, господа, приезжайте. Вот эта машина, конечно, хорошая. Цена вопроса, ну, я не вижу, что тут какие-то возникают проблемы. Сделано, естественно, в России. Работает клево. Почему нет?